В Доме правительства подвели предварительные итоги социально-экономического развития республики за первый квартал 2021 года. Индекс промышленного производства по предварительным данным 97%. Это ниже, чем в 2020 году. Причины понятны. В прошлом марте пандемия только началась. Тем не менее, объем отгруженной продукции в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 101%. В рублях это 55 миллиардов. В целом в 2021 году оценивается прирост индекса промышленного производства на 2%. По России будет показатель примерно 2,6%. За счет роста инвестиционной активности в республике и расширения мер государственной поддержки предприятиями. Добиваться роста инвестиционной активности будут за счет реализации крупных проектов. Так, к примеру, на территории опережающего социально-экономического развития в Канаше появится 9 новых резидентов. Здесь будут реализованы инвестпроекты по производству полиэтиленовых труб, кондитерских изделий, прицепов, транспортирующего оборудования, обработки металлических деталей и хранению урожая зерновых. В этом году мы ставим себе задачу стабилизации экономики и такой наработки некой базы, а затем уже перейти к устойчивому росту. Есть понимание того, что, конечно же, очень сильная инвестиционная активность, прежде всего, коммерческого сегмента подрезала прошлогоднее резкое снижение прибыльности предприятий. Но, тем не менее, я прошу еще раз проинвентаризировать и предпринять все меры по повышению инвестиционной активности. Рост инвестиций в 2021 году планируется и за счет финансовых вливаний в объекты образования, здравоохранения, физической культуры и спорта с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Ольга Семенова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика.